4. reizi sezonā, 4. uzvara par Maskavas Spartak. Šoreiz rezultāts 3-2. Līdz ar to 4. mājas spēlēs Rīgas Dinamo ir tikuši pie 9 punktiem un droši var doties izbraukuma tūre. Lai arī spēles gaitā bijām nonākuši arī zaudētājos, ka drupi kļūdījāmies savā aizsardzības zonā, tomēr punktu spēlē pielika precīzi Soļikas Rokina metiens. Par spēles labāko spēlētāju Dinamo rindās tika atzīts Mārtiņš Pruseks, kurš tika galā ar virkni pretinieku metieniem. Поздравляю с победой. Когда ты сам узнал, что будешь сегодня играть в воротах? А так после игры, как мы играли с Магнитком, так я уже так чувствовал, что буду на следующую игру играть всегда, так как команда выиграет, состав много не меняется. Ясно. То, что мы у Спартака выиграли уже 3 игры на этом сезоне, это как-то психологически повлияло на сегодняшний вечер? Тренер нам говорил перед игрой, что мы бы на это не смотрели, что просто сегодня новая игра и все может быть по-другому. И просто я думаю, мы сыграли очень хорошо последний период. Как долго в твоей голове была эта ситуация, когда ты ошибся и это завершилось с голом противника? Ну просто, да, это первый момент всегда тяжело, как такой гол. Просто соперник забивает, но нельзя об этом много думать, потому что играется за 10-15 секунд, и нельзя об этом думать. Был прерыв между периодами. И я видел, что в раздевалке команда очень хочет выиграть эту игру, что просто видно было, что никто не думал об этом, что мы эту игру просто проиграем. Который был самый решающий момент в этой встрече? Тяжело сказать, но я думаю, что как мы забили на 2-2, что было видно, что просто нам, как сказать, просто наросли предел. И этот третий победный гол просто мы играли очень уверенно потом. Спасибо и поздравляю еще раз с победой и удачи в выезде. Спасибо. Arēnā Rīga Dinamo atgriežas jau 1. februārī, kad mūs gaida interesantas 4 mājas spēles. Bet šobrīd sakam komandai labu ceļavēju 4 izbraukuma spēlēs. Novēlam visu labāko, krāt punktus cik vien iespējams un gaidam atkal mājās.